Представлен объектив HD Pentax D-11 18 мм f2.8 DCO. Одновременно с сообщением о выпуске объектива HD Pentax FA 35 мм f2, компания Recall Imagen опубликовала сообщение о выпуске еще одной модели с креплением Pentax K к f3. Это широкоугольный объектив HD Pentax D-11 18 мм f2.8 DCO, предназначенный для камер формата APS-C. Напомним, что объектив был анонсирован еще в октябре 2017 года. Тогда производитель обещал, что выпустит новинку летом 2018 года, так что имеет место заметная задержка. Ее причины составители пресс-релиза оставили без внимания. Широкоугольный зум-объектив относится к серии Star, на что указывает звездочка в обозначении. По словам Recall, такие объективы обеспечивают исключительное качество изображения, соответствующее требованиям цифровых камер будущего. Производитель отмечает, что объектив имеет защиту от атмосферных воздействий, механизм фиксации фокуса в выбранной точке фокусировки, а также место, специально предназначенное для установки обогревателя, чтобы предотвратить образование конденсата. Эти особенности делают объектив хорошо подходящим для съемки пейзажей звездного неба. Технические характеристики объектива HD Pentax D-11 18 мм f2.8 DCO. Продажи начнутся в феврале. Производитель цены не приводит, а по данным сайта DP Review она равна 1399 фунтов стерлингов.